максимальная готовность перед закрытым показом. Актеры прогоняют сцены спектакля. Драму «Аметхан. Небесный султан» зрители увидят впервые. Документальный спектакль для театра новаторства. Здесь недопустимы ошибки и недоработки. Чтобы искренне рассказать о жизни дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя, актеры готовились долго. Нам хотели показать, что как, насколько дружно относились к нему с любовью эти сослуживцы. Хотели показать небольшую шуточную сцену, где война войной, а человеческие качества, человеческая жизнь, она все по-любому остается. Спектакли показывают, как сражался с врагом и как прожил свою короткую, но яркую жизнь Аметхан Султан. Режиссер драмы Алия Тимиркаяева поставила перед собой непростую задачу – создать спектакль, над которым придется подумать. Но самое главное – прочувствовать его сердцем. У нас получился спектакль от лица Аметхана. У нас на сцене работает Аметхан, его воспоминания. Какой-то элемент в его жизни, какая-то встреча, какая-то деталь, которая подтолкнула его на эти воспоминания. Воспоминания главного героя начинаются с родной Алупки. Самый младший из персонажей – мальчик, играет отца Аметхана Султана. Хорошая роль, я очень рад. То, что мне роль такая досталась. Герой переживает первый полет, любовь и потери. В один момент судьба его народа стала его личной, ставшая черной меткой. Строчка в анкете «Крымский татарин» изменила его судьбу, но не смогла его сломать. Вот закончится война. Отвезу я вас тебе на родину. Алупку! Спектакль удивил зрителей необычной постановкой и никого не оставил равнодушным. Гузель Мамбетова, Виталий Голубев, телеканал «Милет».